сегодня у нас вечером вышло обновление в Adobe Me. Просто посмотрите. Смотрите, у меня все, короче, друзья, смотрите, друзья, которые добавлены в Roblox, смотрите, 30 человек играет, я в шоке. Так, давайте просто заходим. Я сейчас себя задонатила несколько робаксов, точнее, это было не несколько, это было много. Очень сейчас просто готова все покупать, то, что там есть. И на самом деле я так рада этому обновлению. О, смотрите, обновление, смотрите, волк, вот это да. Кстати, смотрите, смотрите, вот, event ends in 14 дней. Ага, он что, пропадает через 14 дней? О май гад! Так, хорошо, 2 недели, ага. Смотрите, здесь уже все такое желтенькое, красивенькие листочки. Так прикольно. Кстати, ребят, когда я еще недавно играла, я встретила очень много подписчиков, и они мне подарили очень много подарков. Девочки, спасибо вам огромное! Так, я еще встретилась с мальчиком, он тоже был подписчик, он мне подарил много подарков. Смотрите, конфетки! Мы можем собирать конфетки! Так, все. Ребята, посмотрите! Открылся домик! Тут уже карета стоит! Ребята, это так красиво! А это кто еще такой? Пупкин какой-то! Смотрите, как красиво, ребята! Смотрите, тут уже у кого-то этот волк! Все с этими тыквами! А как их добыть? Давайте посмотрим! Заходим с вами в домик! А, я в шоке! Вау, ребята! Смотрите, как здесь красиво! А вот это что? Тут можно кого-то купить за 1000 конфет. А, это как раз-таки, наверное, вот этот вот странный питомчик. Посмотрите, это скелет Рекс и призрак Банни. И вот этот знаменитый волк за 500 робаксов. Серьезно? Так дорого? Ладно, я покупаю. Ребята, я купила волка. Посмотрите, какой он красивый, ребята. Я просто впервые в какое-то обновление купила пэта за робакса. Смотрите, из карамелька тоже, это моя подруга. Смотрите, он такой классный. Ребята, смотрите, карета. Все такие какие-то штучки. О май гад, давайте попробуем задонатить конфетки. Так, за 600 робаксов покупаем. Опа. И еще за 300 робаксов покупаем. Все, ребята! Все! Так, подождите, у меня не засчиталось. А, все, засчиталось! Ребята! Ребята, я в шоке! Давайте купим этого Банни. Сколько он стоит? 4000 конфет. О, смотрите, какой классный! Какой классный, ребята! Какой прикольный! Я хочу сделать неон. Давайте купим еще Рекса. Так, подождите, он стоит... А, он стоит 10 тысяч. Так, мне уже предлагают трейд. Не надо. Так, ага, покупаем еще вот этого странного питомчика. О, давайте откроем. Та-дам! И у нас вылупляется... О, мне выпала летучая мышка! Ребята! Она... Вау, посмотрите! Жалко, нам придется ждать 17 минут, чтобы получить этого летающего классного Пупкина. Такое название вообще. И здесь еще какая-то колокольня, она тоже закрыта. Вообще, ребята, очень классно. Мне очень нравится. Давайте подождем еще 4 минуты. Что ж поделаешь, что я купила? Вау, смотрите, какая она классная. Я еще видела в твиттере Adopt Me, что вот этот волк очень круто здесь смотрится. Ой, девочки, пишите.
пишет: вау, да, это очень красиво. Прям очень круто. Я бы хотела сделать всех этих питомцев Райт. А еще мне интересно, как будет летать летучая мышка и Банни. Вообще очень интересно, как они будут летать. А еще будет интересно, что будут давать вот за этого волка. Очень интересно. Давайте здесь вместе с вами подождем. Вместе с ребятками, вместе с вами будем ждать. Вот это вот обновление. Я не знаю, что здесь сейчас будет происходить, но здесь огромная толпа. Сколько там секунд? 2, 1. И? Ух ты, ух ты, ребята, смотрите, я в шоке. Тут какие-то летающие зайчики, что? Мы их должны всасывать? Ух ты, круто! Смотрите, они просто появляются откуда-то. Засасываем, засасываем. Давай, давай, давай. Давай, не получится. Есть! Так. Ага, мы должны с вами за 20 секунд справиться. Так. Давай, давай, давай. Давай. Слушайте, это так круто. Помогаем. Он уходит. Есть. Так. Здесь. Все. Он ушел. Смотрите, а это босс. Давайте. Он нас разбрасывает. Ух ты, какой злой. А я вот так вот спрячусь и буду засасывать. А, или так не получается. Надо прям с ним стоять. Мы, команда, мы справимся. А что он только меня кидает? Смотрите, у меня голова кружится, видели? Звездочки всякие, пружинки. Это просто, мне кажется, самое крутое обновление, ребята. Смотрите, он всех кидает. Давайте, мы сможем! Он просто всех раскидал. Ох, какой злой Банни! Какой злой Банни! Куда? Банни, стой! Ой, 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 вы видели, что со мной сейчас было? Так, давайте попробуем первого лица. Ух ты, ух ты! У нас еще 20 секунд, так. Ай! Я уже была к этому готова. Слушайте, так классно. Ой, здесь все ложатся. Что это такое, что происходит? Ой, мамочки, мамочки. Так, давайте посмотрим, как в инвентаре выглядит. Ух ты, ух ты. Это правда обычная штучка. А, я думала, мне 191 тысячу дали. Так, я получила 144 конфетки. Мило. Там было написано. У меня есть волшебная палочка. Погремушка, волшебная палочка. Все. Мне очень нравится эта летучая мышка. Я прям балдею от нее. Давайте оденем. Ой, ребята! Какая прелесть! Так, что можно еще? Кепочку. Ой, 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 какая прелесть. Какая прелесть. Ой, какая. А что будет, если я ее возьму? Ой, ребята, какая классная. Это вообще, это просто очень круто. Банни, Банни, Банни. Вот прям напоминает Пигги. 10 секунд, ребята. Я в шоке. Я сейчас получу вот эту прыгающую тыкву. И ноль-ноль. Все? Подождите, я получила тыкву. Нет, я не получила тыкву. Бост 1.
Надо тыкву собирать, что ли? Май гад! Смотрите, я ускоряюсь и ускоряюсь! Ребята! Вау! Ребята, это так круто! Тыньк! Они еще и светятся! Так классно! Оп! Какая я быстрая! Вау! Вау! Вот это скорость! Надо все тыквы, похоже, собрать. Собираем! Собираем! Надо успеть за 40 секунд собрать все тыквы, иначе я не получу этого чудика. Летающую тыкву, точнее. Слушайте, это очень классно. Также я читала в Твиттере. Где моя скорость? Моя скорость! Где она? Ребята, все. Тыкв нету, скорости нету. О. Короче, они бесконечно спавнятся, это я поняла. Бесконечный спавн тыкв. Смотрите, все то ускоряются, то все медленные. Не пойми, что происходит. Ой! Прыгаем, собираем. Авсом. Мне дали 127 кенди и мне дали... О, мне дали этого Пупкина Флорайт! Смотрите, какой он классный! О май гад! Он... Это, ну, это тыква под названием Пупкин. И он до 10 ноября. В общем, кто не донатит и мечтает о Флорайт... Пэти... Вы можете зайти, подождать несколько минут, и вы просто получите вот этого Флорайт Пэта на 2 недели. И он еще фуловский. К сожалению, не он его сделать не получится. Но так теперь все просто на нем летают. Видимо, всем понравился этот Пэт. Это просто какая-то тусовка. Посмотрите, как все выглядит. Вообще очень классная локация. Разработчики Adopt Me. Спасибо, что сделали вот это все очень классно. Они создали Adopt Me в 2017 году, но я самая начинающая, когда еще Adopt Me не был таким популярным, когда не было домов, пэтов, не было пэтов, все такое, было очень все странным. В общем, смотрите, я в лайки увидела, что девочка, которая начала играть в Adopt Me, она получила начинающее яйцо, которое дают бесплатно. Там было написано, что там была бирка на нем, и там было написано 2016. Я почитала комментарии, и там было всем грустно. Вот. И мне тоже стало грустно. Вообще, это загадка. Я когда зайду снова в аккаунт, я передам в аккаунт себе и попробую вам это показать. Итак, я сейчас попробую вам показать своих пэтов. Я думаю, что кто-то это хочет. Но вообще, их у меня мало. Но я считаю, что у меня легендарок мало, потому что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все. Я думаю, что это мало, вот, серьезно. Поэтому смотрите. Ай, меня пинают тут! Ребята, дайте посмотрю хотя бы. Все. Смотрите, как выглядит здесь этот Рекс. Очень классный. Вот нормальный Рекс, а вот скелет Рекс. Очень классно. В общем, ребята, если вам понравилось это видео и обнова, которая вышла у нас, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, потому что у нас всегда весело. И всем пока, до встречи в новом видео.